И тигры в глаза им глядят. Долгожданное событие для всех почитателей циркового искусства. Один из самых успешных проектов современности – цирк братьев Запашных снова в Волгограде. С 27 июля начнутся премьерные показы этого яркого и удивительного шоу. Что фееричного ждет волгоградцев, рассказали сами преемники легендарной династии Аскольд и Эдгард Запашный. Анна Орлова продолжит. В особых представлениях эти два человека не нуждаются. Продолжатели всемирно известной цирковой династии Эдгард и Аскольд Запашный привезли в Волгоград яркое и запоминающееся шоу с участием лучших артистов. Вместе со знаменитыми братьями в город-герой прибыли их не менее знаменитые хищники. Конечно, будут львы, будут тигры, будут лошади, будут попугаи, будут собаки. Животные в нашем коллективе являются неотъемлемой его частью. Будет очень много воздушных номеров, будет много акробатических номеров, групповые номера. Состав коллектива больше 100 человек. Это самая большая программа, которая была за последние, не знаю, наверное, 10 лет в Волгограде. Это шоу, которое точно нужно увидеть и взрослым, и детям. Чего стоит один только прыжок верхом на льве. Сложнейший трюк, о котором без преувеличения можно сказать смертельный номер. Аскольд Запашный в 2006 году с этим номером был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Не менее яркий и новый конный аттракцион «Эллада». Без ложной скромности уникальный аттракцион, потому что не существует аналогов. Это групповое жонглирование на лошадях, которые запряжены в телеге. В общем, совершенно хитрые, невозможно описать, которые комбинации, это нужно видеть, потому что, в принципе, цирк – это искусство для глаз. И, в общем, оценить по-настоящему этот номер зрители смогут, только придя в зал. В ближайшее время с этим аттракционом нас пригласили в октябре месяце на международный конкурс в Италию. Увидеть этот и многие другие номера удивительного циркового шоу «Братьев Запашных» можно будет с 27 июля на арене Волгоградского государственного цирка. Анна Орлова, Максим Евсиков, Первый Волгоградский канал.